Потому и наивный вопрос. Доживите до пятого. Четыре, да? У меня был вопрос. Пошли несовершеннолетние, то есть 14 лет, приводу в милицию. Да. Я, если на такой вопрос, зачем вообще нет? У вас личное что-то или нет? Вы, отвечая на вопрос, совершили ошибку? Да. Ну. Мне интересно, вот такая на ответ. Я не смог найти, поскольку в административном кодексе написано. Ничего себе наивный вопрос. Знаете, как это... Клиент приходит к адвокату и начинает вот так, как вы, долго-долго рассказывать свое дело. А адвокаты же, они все очень циничные люди. Он говорит, так, секундочку, давайте так. Вы скажите просто, что вам надо, а запутать дело я могу и сам. Запутать дело можно самому. Вы не знаете правильный ответ, что ли? И хотите, чтобы я сейчас дал вам экзамен? По административному праву или как? А в чем вопрос-то? Так если ты несовершеннолетний, до 14 лет, приводу в милицию. Приводу в милицию? Хороший вопрос. Мне кажется, да. Мне кажется, да. Нет? Что, неправильный ответ? Слушайте, был бы я милиционером, я бы вам точно сказал. Я поэтому спросил, кто хочет стать участковым. Участковым сегодня выгоднее быть, чем адвокатом. Это правда. Ну, конечно, у вас погоны, пистолет, все. Ксива. Да, да, еще, ну, с зарплаты, когда милиционер не приходит, знаете, да? Не приходит месяц, два, три, ему говорят, ты с зарплаты когда придешь? Он говорит, дают пистолет, форму, еще и зарплату платить? Не могу вот так точно-то ответить. Ну, просто надо посмотреть. Слушайте, адвокат не должен все знать. У адвоката всегда есть пауза, да, он может посмотреть. Что-то забыл. Поэтому адвокат должен знать, где это найти, ответ. И плохо, что вы не нашли. Вот когда найдете, тогда, значит, у вас путь в адвокатуру открывается. Пожалуйста.